140 китайских топ-менеджеров и промышленников приветствовали президента Франции Франсуа Олланда. Он принял участие в форуме клуба предпринимателей страны. На встрече обсуждали китайско-французское торгово-экономическое сотрудничество. Я уверен в том, что китайская экономика является стабильной и сильной. Как подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин, сейчас в Китае происходит важное преобразование. Китайская экономика развивается и будет развиваться на высоком уровне благодаря повышению эффективности производства. Мы уверены в успехе китайских реформ, и мы будем рядом с нашим китайским партнером. В своем выступлении Франсуа Олланд затронул сразу несколько тем. Он надеется, что благодаря упрощению визового режима между двумя странами во Францию будет приезжать все больше китайских туристов. Также Олланд сказал, что поощряет конкурентоспособность китайских предприятий и выразил надежду на сотрудничество с Китаем в области чистой энергии, цифровых технологий, кино и туризма. В свою очередь, китайские предприниматели считают, что две экономики дополняют друг друга, а китайские частные компании видят во Франции большой потенциал для инвестиций в разных областях.